в эфире проект «Встречая Новый год вместе с Вести», ведущая я, Анастасия Стародубова. Больше всего новогоднему празднику радуются дети. Чтобы удивить Деда Мороза и получить заветный подарок, малыши ведут себя послушно в последнюю неделю. Учат стихи, танцы и песни. И кому, как не детям, знать все секреты новогоднего торжества? Маленькие знатоки из детского сада «Чайка» в рубрике «5+» рассказали об особенностях Нового года. Кто такой Дед Мороз? Дед Мороз, он дарит всем подарки, которые им, ну, детям, ну, какие-то подарки. Это тот, кто, наверное, придумал праздник Новый год. Николай Угодник. А кто это такой? Это Дед Мороз. Как Дед Мороз проникает в квартиру? Потому что он невидим. Чьи щелочку в двери? У моих родителей ключи попросил. Как ты думаешь, где Дед Мороз живет летом? В холодных краях. Под водой. Под водой? Да, там же иногда холодно. На югах. Поздравишь всех с Новым годом? Давай посмотри туда и поздравь. Я хочу пожелать маме, папе, бабе и дедушке, чтобы они были хорошие, честные и добрые. Малыши особенно любят новогодние торжества, поскольку они означают сияющие гирляндами елку и заветные подарки. И, как правило, дети наряжаются в сказочных персонажей. Кстати, новогоднюю ночь любят переодеваться в карнавальные костюмы не только дети, но и взрослые. Кстати, в преддверии Нового года в Черногорском парке пройдет конкурс карнавальных костюмов. Все, что потребуется от участников, это изготовить оригинальный наряд. Материалами может быть все, что угодно, начиная от традиционных материалов, заканчивая альтернативными – газетами, бутылками, музыкальными дисками и пробками. Приветствуется все, на что способна фантазия. Кстати, в конкурсе может принять участие любой желающий в возрасте от 18 лет, и который может самостоятельно изготовить и презентовать маскарадный уличный наряд. Шить, вязать или клеить наряд решать только вы. Главное, костюм должен удивить публику. И не забудьте, что в наряде вы не должны замерзнуть на улице. Конкурс этот проходит у нас впервые в городе. И желающих поучаствовать у нас достаточно большое количество. Но мы все равно приглашаем принять участие тех, кто желает и кто еще не слышал об этом конкурсе. Отборочный тур этого конкурса состоится 20-го. декабря, 18:00, здесь у нас в Абаканском дворце молодежи. Также в Абаканском дворце молодежи организаторы удивят горожан новогодними цирковыми представлениями, красочными шоу у живой ели. Интересные запоминающиеся номера обязательно подарят вам новогоднее настроение. Всего вам самого наилучшего. Смотрите нас каждое утро на канале «Россия-1» и встречайте Новый год вместе с «Вести».